это революционное приложение для парковок, которое направляет вас на бесплатные парковочные места или платные рядом с пунктом назначения благодаря реализации технологии блокчейн. У вас есть место для парковки, вы перечисляете его на Parkue, устанавливаете желаемую цену и доступность, и легко сделаете свое место доступным для каждого владельца автомобиля. Тем самым те, у кого есть места, могут зарабатывать уже сегодня. Получить свои жетоны вы можете, оплатив их с помощью PayPal, кредитной карты, банковских переводов или же биткоина или эфириума. 33 дня осталось до конца продаж. На данный момент было продано более 45 миллионов токенов сотка данного проекта Destignut, и планомерно продвигаемся к хардкапу. Со всей информацией о данном проекте вы можете ознакомиться по ссылке в описании, которую я оставлю, а также прочитав белую бумагу, white paper так называемый, и получить всю дополнительную информацию. На данный момент вы можете купить сейчас токены и получить 20% скидку, а также получить всю дополнительную информацию в телеграм-канале. У данного проекта достаточно высокие рейтинги на ICO. Это 4,2, это 8,6, это 7,4 на ICO Max и трек ICO 4,6. Всегда стремятся в парк цен быть лучшими. Вот почему Интеграт видел, что это отражается в их оценках на самых топовых оценках. Но что же означают эти оценки? Их много, конечно, и все часто их встречают на других сайтах. Что же они обозначают? Но это означает, что у них есть три золотые правила для большого ICO. Первое. У них есть эффективный рабочий продукт, который будет награжден лучшей ценой и простым использованием положения Ассоциации потребителей в Нидерландах, а далее и не только. Они являются зарегистрированной компанией с проверенным опытом, у них сильная команда и уже 113 муниципалитетов в качестве их клиентов. У них есть четкая дорожная карта, белая бумага для интеграции блокчейна, в результате которой огромное количество людей будет использовать решения, основанные на блокчейне, в повседневной жизни. И будучи в процессе дорожной осведомленности, они также проверены ведущими специалистами отрасли и видят результаты, которые получили. И присоединившись ко всем, кто ценит высоко и формирует транспортную отрасль вместе с ними. I just wanna be the one you love.